С сегодняшнего дня в Советском районе запретили охоту. Дело в лесных пожарах. Напомню, что в этом году весенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь открыли с ограничениями и условиями. Одно из них было отсутствие в лесничествах муниципалитетов природных пожаров. В Советском районе зарегистрировали 4 возгорания. Причем в двух случаях причина пожара стала неосторожное обращение с огнем местных рыбаков и охотников.